готовились очень долго, 4 месяца, как длится уже межсезонье с последней игры. Уже зима прошла, и весна, очень долго действительно ждем эту игру, все время держали в уме. Скажем так, перед нами должочек висит, но нужно взять реванш. Я думаю, завтра будем стараться это сделать. То, что придет много людей, добавляет ответственность. Я думаю, двум командам нам нужно, я думаю, будет преодолеть вот этот шум, преодолеть такое волнение, справиться, особенно первые минуты. Поэтому настроение приподнятое, настроение отличное. Все уже ждут старта сезона. Во-первых, эта игра долгожданная. Мы вообще ждем старт этого второй части сезона. В какой-то степени, да, есть доля принципиальности, но мы настраиваемся, мы смотрим на свою игру, свою турнирную таблицу, мы решаем свои задачи. Да, мы понимаем, есть турнирная таблица, есть какая-то стратегия турнирная, где ничья, наверное, будет для нас благоприятным результатом. Победа вообще сделает отрыв очень комфортным, поэтому у нас есть определенные преимущества, мне кажется, в этом. Есть ребята, которые еще под вопросом даже сегодня, если говорить, поэтому завтра мы уже будем точно знать ситуацию. Завтра доктор утром скажет, кто готов на 100%, те и будут играть. Раз болельщики реагируют таким образом, что стоят очереди у касс, мне кажется, сохранилось. Все это длится с очень давних времен. Плюс ребята, которые у нас и в Харькове играют, все это еще длится из академии. Поэтому я думаю, да, это будет не заурядная игра точно. Для нас, я не думаю, для нас будет тяжело играть при такой поддержке. Я думаю, будет настоящая футбольная хорошая атмосфера. Я думаю, это плюс для нас, и для металлиста. Не знаю, у нас в команде, я лично, никто про ничего не думает. Мы настраиваемся на победу и будем стараться завтра ее добыть. Чи можно сказать, что мы завтра побачимо таку репетицію на майбутній сезон української прем'єр-ліги? Я думаю, нам и харьковской команде очень бы в это хотелось верить, но в любом случае все будет зависеть от нас, поэтому мы очень этого ждем, и абсолютно все в команде, думаю, все наши болельщики тоже ждут, что на следующий год команда будет в премьер-лиге.